Прошло 3 недели, как мы с вами посадили горчицу. Напоминаю, на крайние грядки мы посадили горчицу. Центральную грядку мы не трогали. Посмотрите, насколько густо и хорошо взошла горчица. Что мы теперь с ней будем делать? Пока мы с ней не делать не будем ничего. Но мы прямо в горчицу посадим несколько отростков, помидоров и перца. Сейчас еще 8 марта, сажать в принципе, не март, 8 апреля, сажать в принципе еще рановато. Но на улице погода становилась достаточно теплая, в теплице достаточно хорошо. И вот эта подросшая горчица, она будет немножечко скрывать наши саженцы от возможных морозов, похолоданий. И пока наши сеянцы будут расти прямо посередине горчицы. Так же, как и с рассадой перца, мы поступаем с рассадой помидоров. Вот сейчас вы можете видеть, в кустиках горчицы у меня сидят первые самые помидорчики. Ничего не боясь, просто выбрав для них определенное место, мы достаем горчицу нашу с комом земли. Берем также вот этот вот рассадный контейнер. Ну вот первые как раз у меня получились с комом вот такой рассады. Нижнюю часть, вот эту подставочку, мы убираем. Помещаем помидорчик поглубже. Присыпаем сначала оставшейся землей из рассадного контейнера. Ну и в последующем с двух сторон прихватываем той землей, которую мы в теплице только что взяли. Вот наш номерочек рассадный. Это помидоры чухлома, с которым мы с вами экспериментируем. Вокруг вы можете, еще раз скажу, немножко вот этой горчицы порвать, прикрыть к помидорчику. Это будет и утеплять его от возможных заморозков, и удобрять почву. И помидорчик, безусловно, нужно полить. Мы посадили наши помидоры прямо в горчицу. В некоторых случаях, посмотрите, пожалуйста, горчица на порядок выше, чем помидор. Если у вас нет убежденности в том, что вы приедете в ближайшем будущем и проконтролируете, чтобы горчица не завалилась на помидор, то вы можете все-таки их немножечко сломить. Итак, вот смотрите, у меня есть вот такой инструмент. С одной стороны рыхлитель, с другой стороны что-то наподобие тяпки. И вот если вот так вот по горчице ударить, то горчица у нас отрубается. Таким образом вы можете создать безопасное пространство вокруг помидора и быть уверенным в том, что горчица в него не сядет. Так, давайте вот здесь вот покажу, насколько хорошо срубается наша горчица. Ну, а вот этим рыхлителем вы можете ее вот так вот равномерно распределить по поверхности земли. Таким образом, горчица очень высоко выросшая не помешает нашим еще маленьким саженцам помидоров.